Всем привет! Я вернулся, наконец-то грибалка. 20 октября, Турция, дубово-сосновый лес. Вот такой вот. Прекрасная атмосфера. Дождя, правда, не было давно, но грибы есть. Все усыпано вот такими вот грибами. С темной шляпочкой. Они очень в большом количестве под дубами есть. Но все гнилые, я пропустил немножко времени. Это маховики зеленые, они съедобные, но часто быстро портятся. Растут повсюду. Это самый часто встречаемый вид маховиков. И среди лиственных, и среди сосновых деревьев можно встретить их. Дорогие друзья, встретил вот такой грибочек. Поймал шок, думал, наконец-то встретил рыжики. Видите, кстати, почему не стоит вырывать с корня? Потому что рядом растут вот такие маленькие грибочки. И если вырывать, то они исчезнут, высохнут. Просто я на камеру снимаю, поэтому мне сложно иногда резать. А так вы срезаете, чтобы рядом растущие не повреждать. Итак, это оказался не рыжик, а ложный рыжик, млечник Самикова. У него, видите, пластинки белые. И он цвет не меняет, вот. Настоящий рыжик меняет цвет. А так копия рыжика. Вот такие вот кольца есть, оранжевый цвет. Прям копия, но ложная копия. Он, кстати, съедобен, но кислый, горький. На вкус его надо сначала вымачивать. Короче, мороки с ним много, не каждый с этим займется. Вот так вот, вот такое вот разочарование сегодня. Возле... Продолжаю поиск, нашел вот такую вот кучу. Ну, цвет такой уже заметно, что не сильно оранжевый. Уже и научился, в принципе, различать их по внешнему виду, но одну все-таки срезал. И да, это млечник. Млечники я не буду брать. Надеюсь, я найду сегодня рыжики. Сейчас я уже... заканчиваю почти дубовый лес и буду переходить сосновый. Просто в этом дубовом лесу и сосны есть. Вы видите, вот смешанный лес. Самое лучшее в смешанном лесу искать.